Наверняка вы понимаете. Все понимаете, наверняка. Это уж точно вы понимаете. Да. Да-да-да. Всем привет, друзья! С вами снова Лёша. И сегодня мы играем опять в легкий Майнкрафт. Конечно, обещаю, следующая серия будет сегодня же. Я ее сделаю. Не знаю, когда я ее отправлю, но сегодня я сделаю следующую серию. Уже не по легкому Майнкрафту. Господи, голем. Осада на них. Осада. Ах ты ж маленький зомбик. Мой голем-то тебе покажет. Голем. Давай. Фас. 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 Фас на них. Фас. Фас. Помните, в прошлой серии я делал големов? Все, бежим. Он меня охранять будет. Молодец, Йорик. Йорик, молодец. Я тебе так скажу. Молодец, Йорик. А, точно, у меня же урон от огня выключен. И, конечно, он меня не трогает. Давай, бей меня. Не бьет. Молодец. На тебе щит. Не, лучше я себе его заберу. Да где вы, зомби? Да где же вы, эти зомби? Вы чё, тут? А, я понял, не вон там, под водой. Тогда нет, вроде. Где же они? Вы ведь слышите? Это зомби. Да, как помните, в прошлой серии, откуда ни возьмись, да, я знал. Знал, что, конечно, это так долго длиться не может. Да, зря я не взял эти алмазики. Зря. Очень зря. Так, ну кто там булькает? Ай, у меня нет оптифайна. Один слитков. Да, ребят. Ладно, потом я себе с другого аккаунта выдам креатив. И все кончится. Умник, зачем я тут поставил? Так, как помните, в прошлой серии мы наторговали много изумрудов, потом их просто так потеряли из-за этих глупых жителей. Да. Ну что, пошлите у него торговывать палки. Я даже не буду туда становиться, я сразу вырублю весь этот лес. Не успел я все до конца сделать, как вдруг у меня написано, что у меня новый подписчик. Это пользователь Лилия Гайнуд Динова. Поздравляю тебя. Ты сейчас считай, ты попала в ролик. Сейчас я вам даже это покажу. Так. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Сейчас я открою YouTube, и вы в этом убедитесь. Так. Вот. Вот он.
Вот он, этот доброволец. Он попал в ролик. Вот он. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Лилия Гайдунова. Будем так тебя называть. Я не могу тебя прочитать попросту. Поэтому, пожалуйста, измени никнейм. Ладно. Вернем камеру на место. Положим мой телефон обратно. И вот этот вот человек попал сейчас в видео. И вы вот, ребят, подписывайтесь, и вы тоже будете в видео. Да-да. А, точно. Пожалуй, я найду закрою. Изменю ник на... Ну, это пример. Короче, ребят, я знаю, как я выдам себе креатив. Я знаю, зачем мне... Ой, мне нужно что-то съесть. Скрафчу-ка я хлеба. Ой, спасите, настройки. Настройки, да. Сделаю 20. О! Чё? Видите, у меня запись тут мигает. Альтаб. Ой. Нет. Уровень детализации 4. Не знаю, троечку поставлю. Поставлю. Ну, 80%. Во, 80. Ой, не туда. Оп. Так, если я все правильно просчитал, то по идее. Да, ребята, это сработало. Ой, прогрузочка. Ой, прогрузка какая сильная. Слишком сильная прогрузка. Так, тут есть. Все есть, да. Значит, и дом мой остался жив. Да. И если я все правильно просчитал, то да. Да. А вот и я. Ой, я случайно себя ударю. Ладно. Возьмём-ка мы с вами командный блок. Я как бы в командах мастер. Оп. А, тут уже есть? Откуда? Окей. Поставим на место.
Да. Поставим мы плиту. Сюда поставлю еловую плиту. Это выживание, а это креатив. А, точно. Я же даже не ввел команду. Все. Теперь очищаем свой инвентарь и отключаемся. Все легко и просто. Так, теперь вот гейммод креатив. Ой, нет, вот гейммод креатив. Да, 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 да. Эти. Все. Стоп. Все, ребят, все. Мне нужно больше големов. Больше. Хочу больше големов. Намного больше. Так, ну и тыква. Пожалуй, я даже возьму светильник Джека. Все. Опа. Так. Ставим. Все. Все. Я теперь могу позволить себе все, что захочу. Ну, пожалуй, я только алмазы себе возьму. Ну, ладно, я лучше возьму вот это. Все. Ну, и стол кузнеца. Хотя я его сам могу скрафтить. Все. Ребят, выживание. Я не могу. Не, ладно. Пока мы этим больше пользоваться не будем. А сейчас сделаем... А, точно. Стол кузнеца. Так, пойдем забудем. И... Так, вот только меня пугает то, что они могут в любой момент нажать на плиту. А если они нажмут... Ой. Знаете, я лучше отсюда добуду дерево. Ха-ха. Бежать! Они увидели кого-то. Все. И теперь, ребята, момент настал. Пожалуй, я вставлю это сюда. А, починить я не могу. Обожаю эту ачивку выполнять. А, ну, ладно, алмазы себе еще возьму. Ну, ребят, ну я не удержался. Ну, тут такой шанс вот. Что хорошо, что в Майнкрафте есть такое вот. Ох. Скрафтим себе меч. Как могу тебе позволить в творческом-то режиме. Ну, в принципе, еще кирку можно. Оп.
А ну и вот так. Оп. Все, полный комплект. И теперь осталось сделать ладные эти недоспехи. А вот это все переделать на элит. А я обожаю выполнять эти ачивки. Так. То есть надо улучшить мотыгу с помощью слитка Назелита. Именно мотыгу. А я думал, все, что... Ладно. Так, пожалуй-ка мы еще себе тут подоставим изумрудика. Да. Я все это рубил, пока не наступила ночь. Похоже, пора сложиться. Как назло, этот голем не хочет сейчас со мной идти. Так, мне нужен поводок. Голем. Фу, голем, спасай! Ай! Все, пошли-ка со мной. Со мной... С тобой мне безопасно. С тобой я безопасен. Побегу, да, пожалуй, побыстрее. Беги, только в воду не наступи. Ой-ой. Нет, нет, не-не-не-не-нет, нет. Давай, беги, сплыви. Нет, не-не-не-не-не-не-нет. Ну нет, ну нет, ну голем. Я тебя спасу. Я тебя спасу! Я тебя спасу! Мы же еще так не знакомы. Мы же... Ай-яй-яй! Мы же с ним недавно были знакомы! Голем, где ты? Мой любимый. Голем, где? Где поводок? Говори, где поводок? Вот он, быстрей. Полетели. Давай, Колем, Колем, давай, давай. Давай. Я тебя спасу. Давай. Давай, 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 давай. Давай, фух. Слава богу. Слава богу. Он выжил. Ребят, если бы он умер, это был... Самый грустный момент. Господи, ненавижу криперов. Ненавижу вас, криперы. Ай! Голем, ты чё меня-то бьёшь? Давай, заходи. Мне с тобой тут будет побезопасней. Ух, ночь опасное дело, ребят, это был... Окей. Все, я беру меч. А, пожалуй, на всякий случай. И щит. Ну, никто? Никто меня не видит, да? Надо ломать кровать, ребят. И бежим, бежим, бежим. Прячемся в свой любимый дом. Фух, я в безопасности. Спасибо тебе, голем, дружище. Спасибо. Ой, прости, прости. Я тебе сейчас железку дам. Все, нате. Так. Не, я картофель не буду тратить. Не знаю. О, серьезно? Гнилая плоть это нормально, а сырая курятина это нормально. А это плохо? Чё в этом Майнкрафте не так? Я не могу понять. Здрасте, паук, вы меня не бьете, я знаю. Ой.
Фас на него! Фас! 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 Какой-то глупый паук. Давай, Крипик. Ты сможешь. Да, давай. А я тебе пока... Ой, у меня ж стрел нет. Надо стрелы сделать. Здрасте, паук. Надо стрелы сделать обязательно. Так, ты где, друг мой? Любимый. Стрелы. Стрелы крафтятся. А. У меня ничего для них нету. Да и самих стрел у меня, в принципе, нет. Ладно, пойду куплю у жителя. Чё ж поделать? Для стрел у меня сейчас ничего нет. Надо этого крипера в любом случае убить. Я это знаю. Потому что сейчас все подорвет мне. И все, и конец. А вот теперь она... Ладно. Так. Теперь гнилая плоть голод дает, наконец-таки. Так. Стрелы. Так. О, ах ты! Ах ты! Ты стрелы теперь не продаешь. А ведь помните, он как-то продавал мне стрелы. Все было идеально. Да вот не хочет он теперь мне стрелы отдавать. А он не продавал, я их сам делал. Ага, значит ничего не хотим. 23 изумруда, это ж так много. Ага, за одну ниточку не дашь. Не, мне чуть передумывать. Надо было арбалет зарядить. Ну зачем я? Зачем я вообще на этого голема потратил столько стрел? Ну, ладно, пойдем к криптеру. Все равно, даже если он взорвется, он ничего не сломает. В рукопашном бою, так сказать, поработаем. Рукопашный бой по второму уставу. Давай, крипер. Не бойся, тебя просто зарублю этим топором. Ну или мечом. Так, кстати, у чего сильнее? О, у этого деньги. Не, ну топор он сильнее меча. Ух. Ух. Сильнее самого сильного меча. Сильнее незаритового. Ой-ой-ой. Они кусают. Черепахи кусаются? Серьезно? Серьезно? Они кусаются? Они кусаются? Они кусаются? Они кусаются? Я не думаю, что черепахи в Майнкрафте кусаются. Конечно, в реальной жизни они реально кусаются. Но вот в Майнкрафте я не ожидал. Точно, я сегодня собирался в этой серии добыть кучу-кучу разных вот этих вот камней. И андезит, и диорит. Чтобы потом их переделать в полированную версию. И диорит тоже, и гранит, и виорит, я не помню все их названия. Но некоторые еды помню. Вот, тут много андезита. Да, ведь это андезит? Да, андезит. А это диорит. О, ребята! Только начал копать, называется, впервые в шахте. И сразу же нашел чуть полезное. Кучу железа. Надо закрыть это все. А вот он здесь мне нужен, а вот замшелый мне не нужен. Замшельник.
Так, добываем мой камушек. Какой камушек? Ух. Как же я испугался. Ну хотя бы не в воде. И то уж хорошо. Восемь железной руды. Это самая большая залежь руды, которую я когда-либо видел в своей жизни. Да, понимаю, у меня есть жареная картошка. Но я хотя бы восстановлю жизни. Не, мне не нужно. Ой, гнилая плоть, надо ее выбросить. Здорово, голем. Хочешь лук на, будешь биться луком. Не, на тебе железный топор. Железник будет бить железом, на. Хотя ты и так полностью железный. Тебе даже добывать его не надо. Ладно, мне в любом случае надо переплавить вот это в печке. А на чем можно плавить? Точно. Я срубил кучу дерева. А зачем я его скупил? А, для палок. Ну, вот эти 10 ненужные я положу сюда, в печь. А вот эти перекрачу. Панзакарпчу. Ну. Не, мне надо выложить все. Так, ну, кроме еды. И все вот этого остального. Щит мне не нужен. Кроме палок также. И все. Куча палок. Ты кто? Ты вообще каменщик? Ты что? Ты меня не бьешь? Серьезно? Ты меня не бьешь? Ну зачем ты вообще сюда зашел? Так, Ютуб, не бань. Пойми, Ютуб, это игра. Это всего лишь игра. Всего лишь игра. Видео. Ага, и ты туда же. Тебя убить? Ты вот видишь вот этот вот... Нет, ты видишь вот этот топор? Ты хочешь, чтобы твой нос оказался на этом топоре? Тогда уходи. Молодец. Так, мне вообще, чтобы наглялся, 32 палки. Ой, прости, прости, дружище, прости. Все, у него как раз нету больше изумрудов. Надо его прокачать. Ой. А зачем я это купил? Мне не надо. Извини, житель, но мне не надо это покупать. Так, раскрафчу все свои изумрудики. Где мои блоки? Вот мои 23 изумруда. 37. Не знаю, хватит или нет. Ну, по идее, должно.
Все. 4 изумрудных блока. Надо их поставить на их законное место. Не знаю, зачем я бегаю, но я бегаю. Просто так. Stay full, be full. Stay full, now, day. Day. Привет, кися. Так. О! Ух, сколько ж вас-то заспавнилось. А то как-то... А у тебя какие? У тебя вообще фигня? Так. Стрел-то нету! Ах вы, шаромыжники! Ну все. Из города Шаромыжникова. Так, нужна курочка, Джек. Курочка, Джек. Ау. 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 Чё там за шахта? А, маленькая. Ну ладно. А, мне нечем строиться. Круто. Круто просто. Просто круть. Серьезно? Ты как туда провалился? Скажи мне. Как? У тебя тут секретный проход? Стоп. Нет, давайте, чьи вода, нормально. Какие? Житель, всплывай. Возрождайся, сын мой. Ой, куда? Я в блоках застрял. Вы видели? Похоже, я в блоках. О, это напоминает... Ой-ой-ой! Нет, нет! Выживай! Выживи! Выживи! Дыши! Да зачем ты, дурачок, всплываешь? Я ж тебя спасал! Столько лет он там пробыл, и сейчас просто сам взял и сам себя убил. Вообще. О, курочка Джек. Здрасте. А курица такая осталась называть? Курятиной, да. Ну-ка. И... Нет, уже нормальная. Странно, почему она в прошлых сериях отравляла гнилая плоть? Нет. Странно это как-то, да, ребят? Что-то не так случилось с этим Майнкрафтом. Ну, мне нужна еще одна. На! Привет! Привет, 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 привет! Все, уже две курятины. Все, могу бегать. Understand before others before. Understand before before. Understand before. Understand before. Before before. Understand before. Я бегу, 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 ди. Я бегу, бегу, бегу. А куда я бегу? Там. Надо прорисовку побольше поставить. Надо прорисовку поставить. Так. 32. Чё? Так, готово. Если надо присмотреться, то там вроде видно какую-то... Так, на...
Ох, как прогружать. Ох, какая прогрузка. Никогда я не играл с 32 чанками. Видите, как он меня, компьютер выдерживает это. Как он это делает, компьютер мой. Выживи, компьютер. Я там... Эх, была бы у меня подзорная труба, и если бы она была в Майнкрафте, я бы увидел это. Стоп. Один стоит. Интересно, кто тут был заперт? Что тут можно делать? Пока железо можно что-нибудь резать? Нет. А что тут можно резать? Ну, наверное, раз называется камнелес, наверное, камни надо резать. Вспомнил и... Вспомнил говно, вот и оно. Зомби, вы что тут делаете? Где вы рычите, скажите? На удачу? Нет. Удачи нету. Удачи. Ой, как лагает. Пожалуй, я поставлю... Так. Пожалуй, сделаю 30. Ну, не знаю. Не. Вот, 30 чанков. Нормально. Хотя мне так лагает. Так, прогружаюсь. Мой домик возвращайся. Я ведь мог кучу изумрудов тогда взять. Хотя зачем мне эти изумруды брать? Если... А зачем мне вообще была нужна эта пластинка? Я ж могу сделать вот так. Да, слишком я чё-то переборщил. Чё-то я слишком переборщил с изумрудами. Да. Да. Сказал, что немножко изумружу. А теперь... Как-то многовато изумрудов. Как-то многовато изумрудов. Не находите, ребят? Не находите, что как-то многовато изумрудов? Даже проход из изумруда. Да, чё-то я слишком много всего сделал. Я топор не сделал. Точно. Мне топор еще нужен. Ой. Ой, еда, точно. Я ж хлеб собирался скрафтить. Ой. Тупой, зачем я оттуда ушел? Там же был верстак. Я мог там скрафтить хлеб. Всё кушаю. Впервые за это выживание ем хлеб. Всё. Так, чувачок, отойди. Папа, так громко! Да не так же. Отлично. Ну, конечно, с изумрудиками я переборщил немножко. Я бы так сказал. Я немножечко переборщил с изумрудами. Прям немножечко. Совсем чуточку. Совсем чуточку.
Нет, Коля, ну отойди, ну не наступай ты на эту плиту. Ну зачем она тебе? Не наступай на нее. Она тебе не нужна. Все, молодец. Мне нужен топор. Точно, я же собирался топор. Ой, нет, топор мне не такой мне нужен. Эть. Сделаем такой вот топор. А теперь оп, оп. Не, никакой ачивки за это нет. Хотя у меня все инструменты. Абсолютно все инструменты. Не знаю, зрита. Ладно. Сколько? Какое там уже? Ты что, серьезно? Ладно. Так, я, пожалуй, пока добуду все вот это. Не просто так. Я не пальцем деланный. Я добываю эти изумрудные блоки. Я как бы не глупый. Я понимаю, что могу купить на них всякие вещи. У меня еще никогда столько изумрудов не было. Так. Как бы туда забраться, я думаю. Да тут настоящая залежи этих изумрудов. Так. А, точно. Так. Где там верстак? Эти... Раскрафчиваем. Ого, сколько стаков. Я у него все могу купить. Ну, почти все. А вот кто тут с работой? Нормальный. Я тебя хочу изумрудами прокачать. Серьёзно, ты изумруды не принимаешь, да, значит? А зачем я его крафтил, если он у меня уже есть? Этот столик кузнеца. Ау! Хорошо, что я в легком Майнкрафте, а не в обычном. А то я бы разбился. Что можно скрафтить изумрудов, я вот думаю. Сейчас посмотрю, что можно скрафтить из изумрудов. Так, пока никто не видел. Да, ребят, я построил дорогу. Так, жители. Хватит, я то задавлю. И наверняка вы догадаетесь, куда она ведет. Ой. Это было не предусмотрено. Значит, там надо... Побежим, побежим. Надо рельсы мне взять. Возьмем рельсы. Одну рельсу. Все, побежали. Я прям вагонеткой стал. Оп. Ну, этот как-то будет возвращаться. Едет. Тупые боли. Ненавижу боли. Все. Боли, вам конец.
Ай, ладно. Тупые големы. Я вас убью сейчас. Так. Ладно. Тогда они мне уже надоели. Я их всех сейчас убью. Надоели. Я реально их убью. Зато железо получу. Только останешься. Все, больше никому. Ах вы ж. Так, Йорик, на них. Да вы надоели. 10 урона. 8 урона. Давай, взрывайся. Думал, что взорвется. Все. Думал, что взорвется. Не-не. Я его быстрее убил. Так. Ну, и чтобы не мучиться. Потому что эти монстры мне уже просто надоели. Во, шипы. Эти. Наковальня. Мне нужна наковальня. Так. Ой, нет, топор мне не надо на шипы. Ладно. Пока мы вот это наденем. Творческий. Так.
где мы? А где? Хотя, смотря что, где? Где, смотря что? А, инструменты нет. Вот, оружие и доспехи. Топор. А, наоборот. А, если небесная кара, то острота нельзя. Тогда я меч. Вот так, вот так. Топор. О. А, тупой двери снес. Ой-ой-ой-ой. Так, точно, мне нужно же выйти. Оп. Все, давайте, идите, монстры. Кто на меня? Скелеты, помните? Да где эти скелеты? О, там вот, слышите, скелет. Привет. Привет. Хочешь получить? Не, он не хочет получить. Ничем, даже топором не хочет получить. Так, помните, там были скелеты? Они меня стреляли. Ну все. Идите сюда, скелеты. Мне не страшен кот Василий. Мне не страшен серый кот. Ой, серый волк. Давайте, кто на меня с моим топором? М? М? Кто? Кто на меня? А может ты, Ёлик? Я, да, я его уже успел назвать. Да где ж ты, я забыл? А, ты вот тут. Ну, привет, привет. Привет, привет. Здрасте, здрасте, Василий. Привет, Василий. Ну чё, хочешь? На. Да я таким топором и дракона убью. Так, мне еда нужна. Еды! Чё у меня в сундуке? Свёкла одна. Свёклы тоже бензин. Свёклы тоже нормально. Стоп. А, это у меня есть хлеб. Чё, я мучаюсь? Оп. Ну и одну свёклу тут. Ну и хлебушка. Оп. Это... Чё там такое? Ты что? Ты, а, какой там? А, вы с порохом играете. Уху! Ловите, дельфинчики. Фу ты, пингвинчики, дельфинчики. А, мне показалось, что я дельфин. Ладно, не важно. Пшеницы вам тоже вот поиграйте. Они предметы берут. Собирайте цветы. Красивые. Все, молодцы. Надо вас рыбой покормить. У меня нитки есть? Ниток нет. А тут? Ниточки. Я знаю, что тут есть у меня нитки. Вот одна только. Ну, дальше пойду убью какого-нибудь паука. Эй, паук! Павук! 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 Павук, ты где?
Мне нужен один, всего лишь один паук. Теперь, ребят, я вообще ничего не остерегаюсь. Ну, в шахты мне еще страшновато идти. Мало ли что. А вот все остальное мне не страшно. Хоть скелет, хоть паук, хоть кто. Тупой голем! Ненавижу! Ненавижу тебя! Я тебя честно убью просто! Надоели нажимать на эту плиту! Надо эту плиту в сейф спрятать! И только когда нужно открывать этот сейф. Все, надоели големы! А, ничего нет ужаснее этих големов. Ай, ненавижу тебя, голем. Ладно, так тоже сойдет. Все. Надоел. Все. Теперь не наступай. Ой, ой, ой. Зачем я это сделал? Почему именно это? Нет. Все. Все, а я пока пошел туда же. Так. Хорошо, что это деревня с пустыней рядом. А, точно, это не пустыня, это просто песочка. Пляж, во! Это пляж просто, оказывается. Ауч. Здрасте. До свидания. Скелет. Я скелета с одного удара убивал, а свинью не убил. А, убил. Только что с этой свиньей? Ну да. Вот так. Ты что? Так, жареные свиньи, пожалуй, подсоберу. Сейчас мы найдем паука. Да, ребят, я, кстати, вам так и не сказал. Я хочу убить паука, чтобы добыть паутинку, как вы понимаете. А из паутинки мы можем сделать удочку. И я хочу поймать рыбку и бросить дельфинчик. Потому что, ну, они, как я знаю, в Майнкрафте любят рыбу. Но, пожалуй, этим мы займемся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Но пока, до следующей серии. Всем пока. Пока-пока.